Друзья, намаскар! Это канал «Йога-уроки» с Наташей Олих. Собственно, я автор этих уроков. И здесь у меня на канале более 300 комплексных практик. Они все разные, совершенно разные, интересные, сложные, не очень сложные последовательности. И если вы впервые здесь, то, вероятно, вас интересует практика йоги, хатха-йоги, работа с телом, работа со своим здоровьем, со своими физическими, телесными возможностями. И я надеюсь, что вам этот контент зайдет, понравится, будет полезным, познавательным и интересным. Ну что, сегодня у нас очередной урок, очередная практика йоги. Мы сделаем комплекс, и нам понадобится свободное пространство, чтобы постелить коврик, свободное время и ваше внимание, и ваше участие, вовлеченность в этот процесс. Поэтому позаботьтесь заранее, обеспечьте себе все возможности качественно, глубоко, осознанно, эффективно попрактиковать, сделать эту тренировку. И мы начинаем. Усаживаемся в удобную позу, такую, чтобы вашим ногам было комфортно и была возможность сидеть с прямой спиной. Сейчас мы сделаем настройку на практику, сделаем несколько дыхательных упражнений. Это необходимо для того, чтобы лучше сосредоточиться на себе и сохранять внимание, фокус, концентрацию на своем теле, на собственном дыхании в течение всего занятия. Эти моменты достаточно важны, потому что задача выполнить качественную практику йоги заключается не только в том, чтобы повторить за инструктором предлагаемые упражнения или асаны, а полностью и ментально, мысленно в том числе погрузиться в этот процесс. Будет очень хорошо, если в течение тренировки вас ничего не будет отвлекать, даже ваши собственные какие-то мысли, задачи. Старайтесь в течение занятия быть в моменте, как бы пафосно это ни звучало, присутствовать здесь и сейчас в каждую минуту времени, в каждом упражнении, пребывая в любой асане, будь она сложной, простой, гибкостной, балансовой, неважно какой, важно, чтобы вы чувствовали все свое тело и отслеживали, как вы дышите каждую секунду, каждое мгновение времени. Если у вас это получится, вы будете огромными молодцами. И неважно, будет ли комплексная практика, которую я предлагаю вам сегодня выполнить, сделана на пятерку в плане выполнения асан до конца в полной глубине, или вы сделаете подводящие упражнения. Скорее, ваше ментальное участие и осознанное дыхание является главным приоритетом на этих занятиях. Ну а практика будет, в общем-то, сложная, как всегда. Я люблю насыщенные, интересные последовательности, стараюсь вас ими увлекать. Для меня это в какой-то мере даже творческий процесс. Хорошо, и возвращаемся к дыханию, начинаем дышать медленно, глубоко, с легким сопротивлением на вдохе и на выдохе. За счет этого сопротивления образуется шипящий звук. Мы пропускаем воздух через голосовую щель, не открывая рта. Дышим носом, но как бы пропуская дыхание через горло. И выравниваем вдохи, выдохи между собой. Многие наши упражнения будут предполагать синхронизацию движений и дыхания. И в данном случае дыхание – это важный, главный аспект, поэтому мы всегда подстраиваем движение под дыхание, а не наоборот. Сначала идет дыхание, на которое мы накладываем свое движение. Хорошо, и сейчас плавно выходим из настройки, открываем глаза и делаем первое упражнение как раз для того, чтобы научиться синхронизироваться со своим дыханием. Итак, через стороны на долгом вдохе поднимаем руки вверх. За кончиками пальцев, за макушкой тянемся и также через стороны опускаем руки вниз. Достаточно простое движение, поэтому легко его выполнять и легко сонастроиться с ним. Вдох, выдох. И еще разок. Вдох, выдох.
Вот примерно так это работает. Сколько идет дыхание, столько идет движение. Следующее упражнение. Правую руку кладем на пол, левая рука в диагонали, вдох. Боковой наклон вправо, выдох, возвращаемся в центр. Наклон влево, тянем правый бок, вдох, взгляд из-под плеча, выдох. Шею не расслабляем, разворачиваем лицо к потолку и продолжаем. Вдох, выдох, вдох, выдох. Таз остается на месте, и с каждым наклоном мы стараемся уйти немножечко глубже. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Немножко поменяем упражнение. Боковой наклон, мы его сохраняем, опора на правой руке. Но на вдохе мы разворачиваемся грудью вверх к потолку и сгибаем левую руку в плече, стараясь увести ее за голову. А на выдохе поворачиваемся грудью к полу и левой рукой тянемся далеко вправо. Левая ягодица остается на полу, прижато сидим. Здесь выдох, тут вдох. И давайте в своем ритме дыхания, вы можете синхронизироваться со мной, но если мой темп дыхания вам не подходит, не комфортен, делайте под себя. Главное, что движение на прогиб, назовем его так, когда мы разворачиваемся грудью к потолку, выполняется на вдохе, а движение на наклон и скрутку на выдохе. И еще разочек. Отлично. Меняем сторону, опора на левой руке, вдох, раскрылись, выдох, закрылись, потянулись. И продолжаем в своем ритме дыхания. И еще. И последний разок. Отлично. Руки кладем на колени и начинаем вращение в позвоночнике. Движение круговое. Параллельно можно подключать плечи, но так, чтобы это вам не мешало двигать позвоночником, вращаться корпусом. Чувствуем, как переносится вес с одной ягодицы на другую. Идет такой массаж мышц нижней части тела, да, ягодицы, перенос веса с одной седалищной кости на другую. Это раскрепощает тазобедренные суставы. Это, безусловно, улучшает кровоснабжение органов малого таза. Даже это улучшает частично работу кишечника, потому что вращение, внутренний массаж органов, улучшающий перистальтику. И мы накладываем сюда тоже дыхание, половина круга вдох. И половина круга выдох. И еще половина круга вдох. И выдох. Меняем направление движения в другую сторону. Внимательно следим за своим самочувствием. Если чувствуем, что можем немножко еще углубить движение в позвоночнике, углубляем. Не теряем дыхание. Я, к сожалению, не могу всю практику дышать уджайи, потому что мне необходимо вести вас голосом, озвучивать инструкцию к выполненным упражнениям, к выполняемым упражнениям. А вы, пожалуйста, дышите, дышите, не прерывая свое дыхание. И еще несколько вращений. Отлично, хорошо. И теперь вытягиваем ноги. Спина прямая. В принципе, можно помогать себе держаться руками за пол, если это необходимо, но не облокачиваемся на руки и не провисаем в плечах, не топим шею в плечах. Спину ровно, это тоже тренировочный момент. Поза называется дандасана, поза посоха, которая предполагает прямой позвоночник,
сильные мышцы спины и, насколько это возможно, прямые ноги в коленях. И в этом положении мы разминаем маленькие суставы ног, это наши пальцы стоп, мы их начинаем сжимать в такой кулак, как будто хотим стопу сжать в кулак, поджимаем пальцы к стопе в быстром-быстром темпе, таком быстром, которым можем. Поджимаем, разжимаем, поджимаем и растопыриваем веером. И еще 2, 3, 4, 5. Теперь движение стопой на себя, от себя. Движение в голеностопе. 2. Тоже в полной амплитуде, насколько это возможно. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь поочередно сгибаем и разгибаем ноги в коленях, подшагивая стопой как можно ближе к ягодице. Левая, правая. Левая, правая. Руки можно увести на затылок или поднять их вверх. Можно, как я уже говорила, опираться ими о пол, но не заваливаться. Левая, правая, левая, правая, левая, правая, левая, правая. И сейчас изолировано движение только в тазобедренном суставе. Прямую в колени ногу мы поднимаем как можно выше, также поочередно, то левая, то правая. Левая, правая, спину держим ровно. Левая, правая, левая, правая. Левая, правая, еще левая, правая, левая, правая, левая, правая. Отлично. Сгибаем ноги в коленях, вытягиваем живот, удлиняем свою брюшную стенку. И как будто у нас такое намерение есть зацепиться ребрами за колени. Ну, очевидно, этого не получится сделать, но мы стремимся не сжать живот гармошкой, складочками, а растянуть его. Прижать ребра к бедрам как можно ближе к коленям и делаем захват за стопы. Вот у нас плотная складка между животом и бедрами, хорошее мощное сгибание в тазобедренных суставах. И начинаем вытягиваться вперед, разгибая колени, насколько можем, насколько готовы сейчас, в самом начале, да, еще в разминочном блоке, выпрямить колени, чтобы усилие давления ребер на бедра не ослабло. То есть мы не просто касаемся животом ног, мы стараемся прижимать ребра к бедрам, сохраняя это усилие в своем максимальном наклоне. Вышли в свой наклон, насколько сейчас хватило гибкости, расслабляем шею, макушкой тянемся к стопам, остаемся, фиксируем положение. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. И на вдохе поднимаемся. Руки за линию таза. Стопы на пол, колени сгибаем. Руки можно развернуть пальцами в стороны, либо направить вперед. Вот такой вариант я не очень люблю. На мой взгляд, он небезопасен для запястий. Но в целом варианты такие тоже могут быть. Единственное, что отслеживайте ощущения. Начинают болеть запястья, попробуйте развернуть руку пальцами в другую сторону. Итак, толкаем стопами и ладошками пол, поднимаем грудь, таз как можно выше, чатушпадасана. Здесь у нас идет разгибание в тазобедренных. В принципе, разгибания в позвоночнике особенного нет, но есть разгибание в тазобедренных и в плечах. Достаточно интенсивное ощущение в плечах, если вы чувствуете, что готовы подать грудь еще выше. Интенсивное ощущение в тазобедренных, если вы чувствуете, что готовы поднять таз еще выше. И держим позу еще 2, 3, 4, 5. Чуть опускаем таз вниз, но не до пола, не касаемся. И аккуратно, сохраняя усилия со стороны рук, начинаем опускать колени то вправо, то влево. Аккуратно. Не обязательно, что они у вас коснутся пола. Это опять же обусловлено подвижностью тазобедренных суставов. Но стараемся опустить их как можно глубже, не теряя контроль за своим равновесием. Тут как-никак баланс, да, у нас на четырех опорах. Устойчивый, но тем не менее баланс. И не теряя свое дыхание. И еще по 2 раза на каждую сторону, вправо, лево, вправо. Лево. Отлично. Опускаем таз на пол, вытягиваем ноги и разворачиваем кисти на тыльные стороны для компенсации лучезапястных суставов.
несколько спокойных дыханий. И со следующим вдохом скрещиваем голени и переходим на четвереньки. Поза кошки Марджриасана, в которой мы работаем с моей любимой виньясой кошка-корова. Супер на самом деле упражнение. Оно заменяет, в общем-то, комплексную практику, потому что является оздоравливающим. Мы выполняем и прогибы, и сгибания, а сегодня мы еще наложим на эту практику несколько дополнительных моментов, дополнительных вариаций, усложнений. Итак, с чего начинаем? Начинаем с позвоночника, прогибаемся на вдохе и сгибаемся на выдохе. На вдохе помогаем себе, взглядом смотрим вверх, на выдохе сгибаемся. И с каждым дыханием, это тоже движение, предполагающее синхронизацию с дыханием, с каждым дыханием на вдохе мы прогибаемся глубже, а с каждым выдохом сгибаемся тоже сильнее. И не теряя амплитуду движения в позвоночнике, добавляем движение глазами. Глазодвигательная гимнастика. Вдох, взгляд межброви. Выдох, взгляд кончик носа. Укрепляем мышцы глаза. Вдох, взгляд межброви. Выдох, взгляд кончик носа. И еще вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь дополнительно к движению позвоночника и глаз добавляем бандхи. На вдохе мы пытаемся надувать живот, при этом мула-бандху, мышцы тазового дна, промежность держим в тонусе, сжимаем промежность, а живот надуваем. А на выдохе, сохраняя мула-бандху, подтягиваем живот, делаем удьяна-бандху, втягиваем живот внутрь, под ребра. И на вдохе надули, брюшная стенка растянулась, и на выдохе подтянули. И в том же ритме продолжаем. И еще немного. И последний раз вдох, а с выдохом сгибаем руки в локтях и переходим в аштанга намаскар асану. Опускаем грудную клетку на пол между ладошками. У нас на полу 8 точек. Это наш подбородок, грудь, 2 ладони, 2 колена и 2 стопы. 8 точек, взгляд вперед. Если вам некомфортно, отшагните коленями дальше. Если наоборот комфортно и особых ощущений нет, можно усилить позу, подойдя коленями ближе. Углубить прогиб в шее и в пояснице. Фиксируем положение. 1, 2, 3, 4, 5. И, внимание, отжимаемся от пола, толкаем руками пол, округляем спину, поднимаем колени, переходим в планку силовую с круглой спиной. Таз не должен торчать выше плечевых суставов. То есть у нас верхняя точка – это лопатки. Взгляд между большими пальцами рук на полу на воображаемую точку, и каждый палец давит пол. Мы распределяем нагрузку с ладошки на каждый палец. Фиксируем положение, сокращаем мышцы живота. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Усложняем упражнение чатуранга. Если очень тяжело, можно делать с колен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выдох, ложимся на живот. Стопы от себя, руки назад вдоль тела, носочки натягиваем и выполняем шалабхасану также на 10 счетов, силовой прогиб. Поднимаемся как можно выше грудью, поднимаем ноги, взгляд вперед. 1,
Два. Сводим лопатки к позвоночнику, делаем ретракцию лопаток. Три. Четыре. Пять. Держим удияну. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Вдох. Выдох. Лоб на ладошке. Небольшой релакс. Хорошо. Отлично. И едем дальше. Руки на предплечье, локтевые суставы под плечами. Сейчас мы будем чередовать с вами гибкостную асану, позу сфинкса и силовую позу планки на локтях. Каким образом мы будем работать? В сфинксе, вот в этом положении прогиба, мы очень активно с усилием прижимаем таз к полу. Вы должны чувствовать, что ваша лобковая кость давит на пол. Отлично. Предплечьями. От кончиков пальцев рук мы тянем коврик на себя. Создаем усилие, как будто хотим подтянуть коврик под себя. Создаем усилие руками, при этом прижимаем таз и макушкой тянемся вверх. И за счет этого вытягиваем позвоночник по дуге. Прогиб не глубокий, достаточно комфортный. Как правило, в нем всем нормально. Ни у кого здесь спина болеть не начинает. Но, тем не менее, следите за самочувствием. То есть это все на личной ответственности. Чувствуете, болит спина, можно руки сдвинуть чуть вперед, уменьшить глубину прогиба. Угу. Отлично. И вот здесь вот мы тазом давим пол, руками тянем коврик на себя, за макушкой вытягиваемся на долгом вдохе, на долгом. А на долгом выдохе мы начинаем толкать предплечьями пол, поднимаем таз и раздвигаем лопатки. И таз здесь не должен быть выше плеч. Опять силовая планка, только на предплечьях. Снова ложимся, начинаем тянуть ладонями, локтями пол на себя, давить тазом лобковой костью на пол, вытягиваться и на выдохе отжиматься. Что касается стоп, лучше оставить их на съемах, чтобы дополнительно работать с голеностопом. Но если некомфортно, можно поставить ноги на носочки. Будет чуть-чуть полегче, попривычнее. Отлично, поехали. Еще 8 таких дыханий и виньяз. Вдох, вытянулись. Выдох. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8. Ложимся и поддержим статику. Сфинксе или уже в чуть более глубоком положении кобре. Начинаем тянуть предплечьями пол на себя, давить лобковой костью на пол в коврик, вытягиваться, если все комфортно, разгибаем локти, поднимаем грудь. И теперь тогда только ладошками тянем пол на себя, центр грудной клетки направляем вперед, макушкой вверх, дышим. 1, 5, 2. 3, 4, 5. И выдох. Опускаем локти на пол и выжимаем себя в планку. Теперь стопы переставляем на носочки и подшагиваем ногами как можно ближе к рукам. Переходим в позу дельфина, непрерывно толкая локтями пол. Дошли максимально близко. Толкаем локтями пол, плечи над локтевыми суставами. Стараемся удерживать, не проваливаемся вперед. Толкаемся. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. И пробуем, надавливая ладошками на пол, одновременно поднять локти, перейти в собаку мордой вниз. Отлично. И
выравниваем свою собаку, отстраиваемся, удлиняем позвоночник, головой тянемся вниз к полу, ягодицы, копчик направляем к потолку. Несколько дыханий здесь. Один, два, три, четыре, пять. Взгляд вперед, переходим в положение сидя. Усаживаемся в бабочку. Захват руками за стопы. И начинаем поочередно разгибать колено, то правой, то левой ноги, отводя ногу в сторону. Комплексное движение получается у нас: разгибание колена, отведение и сгибание в тазобедрен. Одна нога, другая нога. Спину ровно. Колено можно не до конца разгибать, если растяжки не хватает, либо перехватить себя выше за щиколотки. И держимся ровно, и это легко достаточно. Достаточно приятно, даже если не очень хорошая гибкость. Поэтому немного, конечно, будем усложнять. Поднимаем стопы и в балансе на седалищных с прямой спиной продолжаем выполнять это движение. Асимметрично пока то правая, то левая нога. Еще два, три, четыре, пять. А сейчас одновременно разгибаем ноги в коленях, насколько можем их выпрямить. Приоритет прямой позвоночник. Если получилось выпрямить ноги до конца, носочки натягиваем от себя и переносим внимание на потолок. Упавиштхаконасана. Фиксируем положение. Один, два, три, четыре, пять. Переносим внимание вперед, отпускаем ноги, руки намасте, но ноги не падают. Локти касаются колен. Один, два, три, четыре, пять. Стопы на себя и мягко, 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 мягко на силе опускаем ноги на пол. Упавиштхаконасана. Поднимаем руки, соединяем замок над головой. И теперь тянемся этим замком как можно дальше, рисуя круг над головой. Если некомфортно по внутренней, по задней стороне ног, вы смело можете согнуть колени, только ноги не расслабляйте, они не должны валяться у вас однозначно. Пятки на полу, пальцы стоп направлены на потолок. Либо в таком варианте у вас будет изолировано суставное движение в тазобедренных, мышцы будут в безопасности. Либо, если вы готовы потянуться, колени выпрямляем, и тогда будет дополнительная растяжка. То есть и суставное движение, и стретчинг. Итак, замочек, и наше движение включает в себя боковые наклоны. Сейчас влево. Наклон вперед, сгибание в тазобедренных, наклон боковой вправо и сгибание в плечах. Назад мы здесь отклониться не можем далеко, потому что рискуем завалиться назад. Но вот плечи сгибать, уводить руки за голову спокойно можем. И продолжаем. Еще 5 вращений. Один. И замком как можно дальше тянемся, растягивая все тело. Два. Тоже синхронизируя с дыханием. Половина круга вдох, половина круга выдох. Три. Четыре, пять, и меняем направление вращения в другую сторону. Один, два, три, четыре, пять. Супер, отлично. Собираем ноги, скрест голени, вдох. Переходим в положение планки. И отжимаем чатурангу, выдох. Урдхва мукха шванасана, вдох. Собака мордой вверх. И адха мукха шванасана, выдох. Собака мордой вниз. Несколько спокойных дыханий здесь. Thank you.
И со вдохом переносим внимание вперед, шагом или прыжком ноги к рукам. Потянитесь из наклона, выдох, наклон. Завершаем виньясу, вдох, поднимаемся. Руки намасте, стопы вместе. Кончиками пальцев рук начинаем тянуться к потолку. И максимально высоко поднимаем пятки, встаем на носочки. Находим баланс, взгляд переносим вверх на большие пальцы рук или на потолок. Непростой на самом деле баланс. Поэтому работаем, сжимаем стопы вместе, пятки вместе. Большие пальцы вместе, если возможно. Один, два, три, четыре, пять. Выдох, стопы на пол опускаем, руки вдоль тела, уводим их за спину, собираем замок за спиной, разгибание в плечах. Со вдохом потянитесь макушкой снова вверх, сведите лопатки ближе друг к другу. С выдохом сгибаем колени, прижимаем, вытягивая корпус, вытягивая живот к бедрам. Почти так же, как мы делали сидя в Паджчхатанасане. Расслабляем шею и разгибаем плечи, насколько можем. А дальше начинаем разгибать колени до тех пор, пока чувствуем давление ребер в бедра. То есть, может быть, уже колени будут практически прямыми, если гибкость позволяет. Если живот от бедер отрывается или перестает давить той же силой, мы оставляем колени подсогнутыми, возвращаемся в то положение, где чувствуем давление нижних ребер на свои бедра. Фиксация в положении. Один. Два. Замком тянемся как можно дальше. Три. Четыре, пять, и сохраняя свой наклон, опускаем руки на пол, колени согнуты, разворачиваемся вправо, поднимаем правую руку вверх, взгляд переносим на правую ладонь и стараемся выпрямить до конца правое колено. Внимание на правую ладошку, левая нога согнута в колени, левая ладонь на полу. Держим позу. Один. Держим скрутку. Два. Три. Четыре. Пять. Очередной вдох на выдохе. Опускаем правую руку на пол, сгибаем правое колено. И следующий вдох скручиваемся влево. Разгибаем левое колено, направляем левую руку к потолку, взгляд на левую ладонь. Фиксируем позу. Один. Два, три, четыре, пять. Очередной вдох, выдох, возвращаем левую ладонь на пол. Делаем шаг левой ногой назад. Небольшой шаг, около метра. Чем ниже ваш рост, тем меньше будет расстояние между стоп. И разворачиваем левую стопу 45 градусов в диагональ. Руки можно оставить по обе стороны от правой стопы, но если правое колено сгибается, тогда руки выше на правую голень. Удлиняем позвоночник, вытягиваемся, равняем таз, уплощаем поясницу и лопатки. Взгляд вперед. Один. Два. Три. Четыре, пять, очередной вдох и выдох, Паджчхатанасана, живот к правому бедру, подбородок к правой голени. Остаемся в наклоне, максимальный наклон, колено правое стараемся выпрямлять. Боль в пояснице не допускаем. Если чувствуете боль в пояснице, то лучше подсогнуть колено, ослабить натяжение. Возможно, это симптомы грыжи. И с этим нужно отдельно разбираться, поэтому следите за самочувствием, не нужно допускать болезненных криминальных ощущений в любой позе, какой бы она интересная для вас ни была. Отлично, теперь снова потянитесь вперед, вдох, и на выдохе подшагиваем левой ногой к правой. Отшагиваем правой ногой, разворачиваем правую стопу 45 градусов. И вытягиваемся также вперед. Теперь левая нога впереди. Ваши руки могут быть на стопе, на голени, зависит от вашего наклона, от вашей гибкости и ваших ощущений. Дышим, равняем таз. Один, два,
3, 4, 5. И выдох, идем в максимальный наклон, стараясь подбородком коснуться левой голени и остаться еще на некоторое время. И снова вдох, потянитесь вперед. Выдох, подшагиваем правой ногой вперед. Со следующим вдохом разгибаемся, поднимаемся. Выдох, Тадасана. Продолжаем. Вес распределяем на правой ноге. Я сейчас немного развернусь к вам лицом, но вам лучше оставаться в начале коврика. И правая у нас будет сначала опорная, а потом лидирующая, она будет впереди. Итак, распределяем вес на правой ноге, левое колено к себе, захватываем его и три счета буквально укореняемся в балансе, находим равновесие. 1, 2, 3, все, нашли баланс, колено левое в сторону, стопа левая на правое бедро, врикшасана. Здесь 5 счетов, остаемся. 1, руки намасте у груди, либо поднимаем их над головой. 2, 3, 4, 5, отлично. Шаг левой ногой назад, разворачиваемся влево, руки в стороны, триконасана. Посмотрите, что стопы у нас корректно стоят. Правая стопа как была пальцами вперед, так и осталась. Левая параллельно заднему краю коврика. Мы работаем в поперечной плоскости, в одной плоскости. Вдох, растянулись на выдохе. Таз смещаем влево и правой рукой тянемся в сторону. Не вниз, в сторону, вперед, да, вот в сторону руки. Удлиняя за счет этого свой нижний правый бок. Растянули правый бок и в конце выдоха уже опускаем руку на голень, на стопу или на пол, в зависимости от того, насколько вы можете уйти глубоко, не сгибая правое колено. А левую руку поднимаем вверх и внимание переносим на левую ладонь. Шею здесь не расслабляем, не висим на правой руке. Вот таким вот образом. То есть мы делаем позу стоя на ногах. Вы контролируете себя ногами. А руки только касаются пола, правая рука только касается пола или ноги. И взгляд вверх. Фиксируем позу. 1. Стараемся стоять так, как будто прижались кончиками пальцев левой руки. Левым плечом и тазом к стенке. 3, 4, 5, не роняем левую руку, не выходим из этой плоскости, но разворачиваем взгляд вниз, нам так легче будет отстроиться, чуть сгибаем правое колено и смещаем правую руку перед стопой. Вес берем на правую ногу, поднимаем левую и снова потихонечку переносим внимание на потолок. И мы также остаемся в одной плоскости. Сейчас наша левая рука и левая стопа касаются той самой невидимой воображаемой стены. 2, 3, 4, 5. Внимание снова на пол. Сгибаем левую балансовую ногу. Находим ее левой рукой, делаем захват за стопу. И нам нужно встать. Для этого создаем усилие. Пружиним в правом колене. Толкаем правой стопой пол. Поднимаемся, не спеша, без резких движений. И уже оказавшись в вертикальном положении, выходим на Тараджасану. Начинаем поднимать левое бедро как можно выше и направлять правую руку вперед и вверх. И фиксируем положение, дышим. 1, бедро левое как можно выше, разгибание в тазобедренном. 2, 3, 4, 5. Компенсация прогиба. Выходим сначала в нейтральное положение, прямо, затем левое бедро к животу прижимаем, захват с двух сторон, двумя руками за стопу или за щиколотку, и сохраняя наклон, сохраняя складку между животом и левым бедром, разгибаем колено, насколько получается, если можем, подбородок на голени. 1, 2, 3, 4, 5, отлично.
А снова сгибаем левое колено, отпускаем стопу и опускаем ногу на пол. Повторяем на левую сторону. Левая опорная, правая балансовая, правое колено к себе, три счета, находим равновесие. Один, два, три. Переходим во врикшасану, поза дерева. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шаг правой ногой назад, поворачиваемся в поперечную плоскость вправо. Вдох, растянулись, выдох, движение тазом к задней правой ноге и тянемся влево рукой. Растянули левый бок, входим в позу треугольника, внимание на правую ладошку. Один, два, три, четыре, пять. Не роняя правую руку, разворачиваем взгляд вниз, подсгибаем левое колено и переходим в Ардха-Чандрасану. Вес преимущественно на левой стопе, то есть левая рука у нас не является полноценная опора, она только нам немного помогает держать баланс. Выше поднимаем правую ногу, оставляя себя в одной плоскости. Наша правая стопа, пятка, правая ладонь, таз прижаты к стене, плечи прижаты к стене. Воображаем, понятное дело, еще два, три, четыре, пять. Хорошо, внимание на пол. Согните правую ногу, сделайте захват правой рукой за стопу. Теперь подсгибаем опорную левую ногу, чтобы иметь возможность толчка мягкого, не резкого. И спокойненько встаем. И уже находясь в позе стоя, начинаем прогибаться, разгибая правое бедро. Один, два, три, четыре. Пять. Выходим из прогиба. Подтягиваем правое бедро к животу. Делаем наклон сгибами и захват с двух сторон за стопу или за щиколотку. Разгибаем правое колено, насколько получается. Подбородком тянемся к голени. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Снова сгибаем правую ногу. Отпускаем ее. Выдох. Опускаем стопу на пол. Виньяса. Урдхвахастасана. Вдох. Уттанасана. Выдох. Вдох. Ардха. Уттанасана. Взгляд вперед. Выдох. Чатуранга Дандасана. Урдхва Мукха Шванасана. Вдох. Ардха Мукха Шванасана. Выдох. Переходим в положение сидя, вдох. И делаем захват за большие пальцы. Стоп. Или выше за щиколотки, выше захват будет проще. Спину ровно. Оба бедра сейчас у нас прижаты к животу. Чуть-чуть отклоняемся назад, поднимая пятки от пола. Находим равновесие на седалищных костях. И начинаем разгибать колени, выходя в наклон. Уже вот в таком вот плане. Балансовый. Убхая-падангуштхасана. Держим. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Отпускаем правую ногу. Правая рука на левое плечо. Опускаем правую пятку на пол. Поднимаем, держим. Один, два, колени вместе, стопы вместе. Три, четыре, пять. Теперь сгибаем правую ногу в колени, колени вместе. И не отпускаем левую ногу. Держим захват или за палец за большой, или за щиколотку.
Правую руку стараемся оставить на плече, но в случае необходимости мы всегда можем ее снять с плеча и помочь себе толкнуть пол. Задача в следующем. Сейчас нужно подать корпус вперед, перенести вес чуть вперед, взять усилие на правую стопу и поднять таз, перейти в пистолетик. Очевидно, что если голеностоп не пустит, подвижность недостаточно, вы этого сделать не сможете. И в этом случае вы себе помогаете свободной рукой. А дальше, если вы можете здесь остаться и поднять руку, вы возвращаете правую руку на плечо. И уже пребывая в пистолетике, вот мы встали. Мы пробуем соединить колени и остаться на правой стопе. Один. Два. Три. Четыре. 5. И по обратной траектории мягко, аккуратно возвращаемся в положение сидя. Соединяем колени, соединяем стопы. И выравниваемся. И повторяем на левую сторону. Левая рука на левое, на правое плечо. Опускаем левую ногу, прямую левую ногу на пол. Пятка коснулась пола. Возвращаем стопу к стопе, колено к колену. Держимся. 1. 2. 3, 4, 5, сгибаем левое колено, колени вместе, подаем корпус вперед, вперед, вперед и пробуем взять вес только на левую стопу, поднять таз от пола. По необходимости помогаем себе левой рукой. И уже пребывая на стопе, соединяем колени, приближаем колени друг к другу, находим баланс, держимся. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаем таз на пол. Колени вместе, стопы вместе, выравниваем себя. И буквально на 5 счетов поза лодки Навасана. 1, 2, 3, 4, 5. И на 5 счетов Артха Навасана впечатываем поясницу в пол, стопы напротив лица, лопатки, плечи выше. 1, живот подтянутый, удьяну держим. 2, 3, 4, 5. Ложимся бедра к животу. Спокойный вдох в Павана Муктасане. Выдох. Разгибаем колени, поднимаем таз, уводим ноги за голову и снова делаем захват за большие пальцы ног. Не обязательно дотягивать стопы до пола. Здесь не обязательно выходить в халасану. Промежуточное такое положение. Скорее Супта Парсиватанасана, чем поза плуга. В этом положении мы делаем 5 дыханий, растягивая заднюю поверхность тела. 2. Обратите внимание, у нас сегодня был наклон сидя, потом стоя, потом балансируя на седалищных, а сейчас мы делаем такой же наклон лежа на спине. Покрутили одну и ту же позу в разных плоскостях и, вероятно, разные ощущения в этой одной и той же позе почувствовали в теле, да, то есть тело работает иначе в этих наклонах. Хорошо, фиксация заканчивается, мы на вдохе перекатом переходим вперед, стараясь найти равновесие на седалищных костях. Так, сложнее, если вы это делаете, не сгибая ноги в коленях, попроще их согнуть, да, и импульсом выйти. Отлично, вышли, и здесь скрещиваем голени и переходим на четвереньки. Хорошо, сейчас у нас будет гибкостная связка. Интересная достаточно. Я буду поворачиваться, чтобы вам все было наглядно. Начинается она из положения Варджариасаны со скруткой. Поднимаем правую руку, разворачиваемся грудью вправо, взгляд на правую ладонь. Остаемся. 1, 2, 3. Хороший вдох. И на выдохе ныряем правой рукой под левую, переходим в паривриту Шишанкасану. Прижимаем правое плечо к полу, голова на правый висок. Тоже смотрим справа. Левая рука за спину и пробуем зацепиться левой рукой за свою правую ногу, за правое бедро.
остаемся в этом положении. Оно достаточно комфортное, но тем не менее следите. Тут есть момент баланса. Тут можно почувствовать свою шею, и это нежелательно, то есть шея все должно быть в порядке. Сейчас осознаем свою левую ногу. Иногда в перевернутых позах сложно понять, где рука, где нога, тем более правая и левая. Поэтому для начала осознаем и ставим ее на носочек. Угу. Получилось. Если все хорошо получилось, поднимаем ногу до параллели с полом. Получилось. Теперь ведем ее влево, лево, 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 лево по воздуху. И опускаем на пол рядом с правой ладонью или на ладони. Задача не упасть, задача остаться в равновесии. Хорошо. А сейчас нам нужно перейти в положение сидя. И чтобы нам это сделать, нам нужно просто согнуть правую ногу в колени. Сгибаем правое колено и или садимся правой ягодицей на пятку, или переходим в правую полувирасану. Левая рука осталась за спиной, на бедре, или можно ее уже переложить на пол. Отлично. И в этом положении у нас правая нога в полувирасане, угол между ног примерно 90 градусов, левая нога выпрямлена в диагональ. Мы делаем диагональный наклон к левой ноге, растягивая правый бок. Левая рука за спиной. Сейчас повернусь к вам таким ракурсом, чтобы было наглядно. Тянем правый бок. Один, два, три, четыре, пять. Отлично. Со вдохом поднимаемся, левую руку освобождаем от захвата и перекладываем на пол за левой ягодицей. Правую руку сгибаем в плечо, вводя руку за голову. И дальше мы, помогая себе левой рукой, левой пяткой, встаем на правое колено. Поднимаем таз. Направляем таз вперед и прогибаемся. Взгляд переносим вверх. Один, два, три, четыре. Пять. Отлично. Возвращаем таз на пол. Я сейчас опять разворачиваюсь к вам. Руки перед собой. И теперь мы снова встаем на правое колено, только теперь уже вот в этом положении. Угу. И по-прежнему у нас левая нога в сторону. Ладони под плечи. Если правая нога была вот в таком положении, сейчас верните колено под бедро, под тазобедренный сустав, чтобы бедро было вертикально. Поднимаем левую ногу и вытягиваем в сторону правую руку. Держим. Один, два, три, четыре, пять. Супер. Правую ладошку на место, левое колено сгибаем и заводим левое бедро за правое. Чем шире получится развести стопы, тем больше будет приведение в тазобедренных. И мы плавно садимся. Отлично, если получится сесть на пол, стопы по обе стороны, но если подвижности в тазобедренных недостаточно, вы можете спокойненько сесть правой ягодицей на левую пятку. Это допустимо. Отлично. Итак, у нас правое бедро сверху, левое плечо сверху. Заплетаем горуду рук. И у нас гамукхасана ног. Локти прижимаем к солнечному сплетению, подбородок направляем вверх, вытягиваем шею, горло, взгляд вверх, дышим. То есть вот такое положение головы, шеи не должно мешать вашему дыханию. И еще два, три, четыре, пять. Расслабляем шею, расплетаем руки, выкладываем их перед собой, встаем на колени и освобождаем левое колено, левое бедро. Вот мы вернулись в марджариасану, кошку. Сейчас повторяем все то же самое на другую сторону. Разворачиваемся влево, поднимаем левую руку, грудь влево, взгляд на потолок. Один, два, три,
Выдох, переходим в паривриджа шишанкасану, ныряем левой рукой за правое плечо, голова на пол, скручиваемся вправо и правую руку вводим за спину на левое бедро. Остаемся, находим баланс, несколько дыханий. Осознаем правую ногу, ставим ее на носочек, поднимая колено. Держим баланс, контроль за своим равновесием. Поднимаем правую ногу до параллели с полом. Не падаем. И ведем ее по воздуху вправо, 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 вправо до левой ладошки. И здесь опускаем ее на стопу. Переходим в положение сидя, сгибая левую ногу в колени. Правую руку стараемся оставить за спиной. Сели, прижались. Допустим ее еще раз. Левой ягодицей сесть на пятку. И выполняем боковой наклон к правой ноге. Ноги шире, можно прям раздвинуть их здесь уже, пребывая в позе сидя. Увеличить угол между ног. Боковой наклон, тянем левый бок. Один. При этом правая рука у нас в приведении со стороны спины. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Выходим из наклона. Освобождаем правую руку, вводим ее за спину. Сгибаем левую руку в плече, уводя руку за голову и помогая себе правой рукой, правой пяткой, встаем на левое колено, поднимая таз. И дальше начинаем толкать таз вперед, разгибать тазобедренный и сгибать левое плечо. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Возвращаемся в положение сидя. Обе ладошки вперед, корпус вперед. Встаем на левое колено теперь таким образом. Правая стопа на линии с коленом, левое бедро сейчас делайте вертикально. Ладошки под плечи, поднимаем правую ногу и левую руку в сторону. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Левая ладонь на место под плечо. Правую ногу сгибаем в колени. Заводим правое бедро за левое. Скрестив бедра, начинаем разводить стопы как можно шире, чтобы усилить приведение в тазобедренных. И аккуратненько садимся или на пол, или левая ягодица на правую пятку. Левое бедро сверху. Правое плечо сверху. Гаруда рук, камукхасана ног. Локти к солнечному сплетению, пальцы рук вверх. И поднимаем подбородок к потолку, вытягиваем горло. Второй подход, дышим. Стимулируем работу щитовидной железы. Есть у индийцев такое исследование, что всевозможные манипуляции с шеей хорошо влияют на здоровье этого эндокринного органа. И на выдохе расслабляем шею, расплетаем руки и возвращаемся в положение кошки. Отсюда планка, вдох, чатуранга, выдох. Собака мордой вверх, вдох. Собака мордой вниз, выдох. Хорошо, едем дальше. Адха Мукха Шванасана. В этом положении нам необходимо сделать скрутку Панивриджа Адха Мукха Шванасана. И если вы себя уверенно чувствуете и хочется усложнений, соедините стопы вместе, сделав из двух стоп одну опору. Так будет интереснее. Левой рукой делаем хват за правую щиколотку снаружи, скручиваемся вправо, смотрим из-под правого плеча на потолок. Остаемся здесь. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично. Не отпускаем захвата, но поднимаем правую ногу на носочек, поднимаем пятку и оставляем вес на левой ноге. При этом левую стопу разворачиваем,
пальцами влево, прижимая всю стопу к полу. То есть пятка к центру, пальцы влево. Левой рукой держим правую ногу. Выводим правое плечо над ладошкой, переходим в планку и, удерживая левой рукой правую ногу за стопу, за голень, сгибаем колено. Вот мы вышли. А дальше разворачиваемся правым боком вниз и начинаем разгибать правую ногу, выводя стопу либо напротив лица, либо поднимая ее еще выше, чтобы иметь возможность выглянуть из-под левого плеча на потолок. Держим позу. Раз. Два. Три, четыре, пять. Снова сгибаем правую ногу, аккуратно на контроле разворачиваемся вниз, опускаем правую голень перед собой, левую руку и разворачиваем левую ногу на носочек. Переходим в голубя. Вспоминайте, как мы работали сегодня в сфинксе, здесь будет аналогичная работа. Со вдохом мы сейчас уже левым бедром. Лобковую кость здесь не очень удобно прижимать, да, практически нереально. Но вот тазом, может быть, даже левым коленом вжимаемся в пол, закрытый таз. Симметрия тазовых подвздошных костей, плечевых суставов. И на вдохе мы вжимаем нижнюю часть тела в пол. Руками, ладошками тянем пол на себя, вытягиваем позвоночник по дуге. А на выдохе расслабляемся и ложимся. Вдох, потянулись, сводим лопатки. Выдох, ложимся. Если здесь все комфортно в прогибе, можно как усложнение добавлять сгибание левого колена. Вдох, выдох, разгибаем и ложимся. И еще 5 раз. Вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Вдох, выдох. И последний раз. Вдох. Выдох. Левую ногу ставим на носок, левое колено поднимаем. Отжимаемся в планку, стараясь подняться с приклеенным правым бедром к животу. То есть вот встать вместе с правой ногой и здесь подержать эту планку. Правая нога полулаласана. Один, два, три, четыре. 5. И правая стопа на пол между ладошек. Вес переносим на нее. Поднимаемся левое колено к себе. Захват правой рукой за левое колено. Скручиваемся влево. Внимание на левую ладонь. 1. 2. 3. 4. 5. Вдох, разворачиваемся из скрутки, шагаем левой ногой назад, таз закрыт. Выдох, паривриджа триконасана. Левая рука вниз, правая вверх, таз закрыт, разворачиваемся вправо, взгляд на правую ладонь. 1, 2, 3, 4, 5. Следующий вдох. Поднимаемся. 5. Переносим вес на переднюю ногу и выполняем полный вариант паривриджа хаста падангуштхасана. Теперь правой рукой захват за левую стопу снаружи и снова скручиваемся влево. 1. 2. 3. 4. 5. Отпускаем левую ногу, вдох, шаг назад, стопы параллельно друг к другу, прасарита падатанасана, разворачиваемся влево. И здесь нам нужно будет сделать паривриджа прасарита падатанасану, скрутку в правую сторону, компенсационную скрутку. Для этого мы скрещиваем руки, правая рука у нас сверху. И делаем захват левой рукой за правую щиколотку, правой за левую. Вдох, макушкой тянемся вниз. Выдох, подаем левый бок к левому бедру и подныриваем головой под правое плечо. И по возможности смотрим на потолок. Остаемся здесь. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично, выходим из скрутки, вдох, отпускаем захват, поднимаемся, ноги
пошире, можно раздвинуть стопы в диагональ, выдох, садимся в рудрасану, намасте у груди, коленки наружу, колени сонаправлены со стопами. Если тазобедренных не хватает подвижности, не получается широко раздвинуть ноги, тогда и стопы не нужно ставить вот совершенно вот так вот в шестую позицию, в шестую, наверное, не знаю. Но, в общем, у нас колено должно быть направлено туда же, куда смотрит второй палец на стопе. Ну, правое, правое, левое, левое. Все понятно. Держим еще рудру. 2, 3, 4, 5. А теперь динамика, скрутка в ступе. Ладошки на внутреннюю сторону бедер. Вытягиваемся до параллели с полом. И вдох, скрутка влево. Правое плечо вращаем внутрь, взгляд поверх левого плеча. Вдох, центр, выдох, скрутка вправо. И продолжаем движение в плечах, внутреннее, и давление ладошками на бедра. Активно-пассивное такое разгибание, отведение в тазобедренных. Еще вдох, лево. Вдох, право. Вдох, лево. Вдох, вправо. И еще по разу. Вдох, достаточно тяжелое упражнение, но мы его уже доделаем. Вдох, выдох. Отлично. Вдох, поднимаемся, разгибая колени. Выдох, разворачиваемся к правой ноге, подшагиваем вперед. Отлично. Вдох, уртва-хастасана. Выдох, уттанасана. Вдох, артха уттанасана. Выдох, чатуранга дандасана. Вдох, уртха мукха шванасана. Выдох, артха мукха шванасана. Вышли собаку мордой вниз. По желанию соединяем стопы, усложняя себе жизнь. Выполняем это для того, чтобы в практике, конечно, был прогресс. Всегда что-то сложненькое, интересное берем. И скручиваемся влево. Правой рукой захват за левую щиколотку. Взгляд из-под левого плеча. Фиксируем позу. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. Сейчас вес на правой стопе можно сразу же еще развернуть, еще не поднимая левую ногу, стопу пальцами, правую стопу пальцами вправо, пятку к центру. И левую ногу ставим на носочек, захват правой рукой оставляем, можно перехватить за пятку, сгибаем колено, переходим в планку, выводя левое плечо над ладошкой. И дальше боковая планка, у нас правая стопа на полу, левая ладонь тоже на полу под плечом. Мы выпрямляем левое колено и выводим стопу либо напротив лица, либо дальше, чтобы можно было видеть потолок из-под правого плеча. Толкаем ладонью левое пол, держим. 1, 2, 3, 4, 5. И сгибая левое колено, аккуратно на контроле переходим в голубя. Хамсасана или Капатасана. Ладошками пол на себя удлиняем, позвоночник по дуге, вдох. Ложимся, расслабляемся, выдох. Прогибаемся, вдох, выдох. Если все в порядке, добавляем движение правой ногой, сгибаем ее в колени. Вдох, выдох. 5, 4, 3, 2, 1. И правая нога на носок, правое колено поднимаем, отжимаемся в планку, удерживая левое бедро у живота. Держим позу, левая нога лаласана, полулаласана, 1, плотно бедро к животу, 2, 3, 4, 5. Левая стопа на пол, встаем,
правое колено к себе, скручиваемся вправо. Облегченный вариант, паривритта, хаста, падангуштхасана. Взгляд назад на правую ладонь, один, два, три, четыре, пять. Отпускаем правую ногу, шаг, вдох, здесь же уже вытягиваемся, и выдох, паривритта, триконасана. Один, два, три, четыре, пять. Вдох, раскручиваемся, вес снова на переднюю левую ногу. Выдох, полный вариант, захватом левой рукой за правую стопу, паривритта, хаста, падангуштхасана. Один, два, три, четыре, пять. Отпускаем правую ногу, шагаем, разворачиваемся вправо. Я разворачиваюсь лицом к вам. И нам нужно будет сделать скрутку влево, поэтому правой рукой захват за левую голень. Левой за правую, левая рука сверху. Вдох, центр потянитесь. Выдох, корпус к правой ноге. Ныряем под левое плечо и взгляд на потолок. Остаемся. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо, раскручиваемся. Поднимаемся на вдохе, разворачиваем стопы диагональ и садимся во вторую рудрасану. Руки над головой здесь. Один. Колени в стороны. Активное отведение в тазобедренных суставах. Два. Три. Четыре. Пять. Скрутка в ступе, в статике, ладошки на бедра. Со вдохом корпус до параллели с полом за макушкой. Потянитесь и вытяните позвоночник. И с выдохом левое плечо вращаем внутрь. Локоть направляем к полу. Правая локоть остается направлена к потолку. Ладонями давим на бедра, раздвигаем ноги. Взгляд из-под правого плеча вверх. Фиксация в позе. Один. Два. Позвоночник вытягиваем, как и в любой скрутке. Три. Четыре. Пять. Снова центр, вытянулись. И на выдохе левое плечо внутрь. Взгляд. Правое плечо внутрь, взгляд поверх левого плеча. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Центр, вдох. Выдох, поднимаемся. Отлично. Разворачиваемся вперед. Вдох, выдох, тадасана. Прекрасно. Через сторону руки вверх. Уртва хастасана, вдох. Уттанасана, выдох. Артха уттанасана, вдох. Шагом, прыжком, чатуранга, выдох. Уртха мукха шванасана, вдох. Артха мукха шванасана, выдох. Переходим в положение сидя. Ложимся на спину. Правая лодыжка на левое бедро. Вариант. Четверочка. Артха Агнистамбхасана. Руки в стороны. И делаем несколько скруток вправо-влево. Немножечко отдыхаем. Один. Скрутка по всей длине позвоночника, поэтому, когда ноги идут в правую сторону, мы поворачиваем голову влево. Ну и наоборот. Ноги влево, взгляд вправо. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично. Остаемся в центре. Левая стопа на полу. Мы начинаем поднимать таз на вдохе, опускать таз на выдохе. Один. Два. Три.
Руки выводим назад. 4 за голову. 5. И сейчас будет немножко сложный элемент. Давайте попробуем его выполнить хотя бы как-то частично. Итак, у нас таз остается наверху. Усилие левой ногой. Мы толкаем левой стопой в пол. Ладони заводим под плечи. И начинаем помогать руками. Толкаем пол. Пробуем оторвать лопатки и развернуть голову на макушку. А дальше там нужно толкнуть руками сильнее пол, чтобы выйти в мостик на 3 точках. Достаточно интенсивный выход, но если мостики у вас комфортные, можно попробовать. И остаемся в этом положении мостика. 1, 2, 3, 4, 5. И потихонечку на контроле возвращаемся обратно. Голова на макушку, на затылок, лопатки. Дальше подтягиваем ноги к себе, в треугольник под правым коленом ныряем одноименной рукой и отдыхаем, компенсируем мостик. Растягиваем спину, поясничный отдел и заодно правую ягодицу. Дышим спокойно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отпускаем левую ногу, перехватываем правую стопу двумя руками. Следите, чтобы колено все еще было направлено в правую сторону. Не к плечу, не к груди, а именно вправо. Левую ногу можно оставить на стопе, можно вытянуть ее вперед. В общем, она вам не должна мешать. Поднимаем голову и тянемся лбом к правой стопе. Ну, то есть я вам так мягко, тонко, плавно намекаю на экапада шаршасана. И если у вас лоб коснулся стопы без проблем, пробуем, не поворачивая голову влево, а продолжая смотреть на потолок, пододвинуть стопу к правому уху, к одноименному. Если здесь все без проблем, тогда ныряем правой рукой под лодыжку, подхватываем заднюю часть голеностопного сустава и как шарфиком обводим ногу за головой. Уводим ногу за голову. И переходим вот в этот вариант. Супта, экапада шаршасана. Фиксируем позу. Давим затылком на лодыжку. Держим 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Аккуратно, помогая себе руками, освобождаем правую ногу. Скрутитесь сейчас, потянитесь. Отлично. И повторяем на левую сторону. Правая стопа на полу, левая артха агнистамбхасана, левая лодыжка на бедре, колено в сторону. Отлично. Сейчас мы делаем несколько скруток. Плечи прижимаем и буквально по 5 движений на каждую сторону. Вправо взгляд влево, лево взгляд вправо. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо, очень хорошо. И остаемся на спине, правая стопа будет у нас толкать пол, колено с постоянным усилием разворачиваем в сторону, понятно, что у нас тут и так все непросто, но давайте пытаться делать что-то сложное, непривычное, может быть даже поначалу не очень приятное. Динамика, толкаем стопой пол, поднимаем таз, вдох, опускаем, выдох, еще 2. Держим банхи, держим дыхание уджайи. 3, 4, 5. И попытка выйти в мостик в этом положении, поднять таз, ладони под плечи, руки начинают толкать пол, поднимаем лопатки, разворачиваем голову на макушку и отжимаем себя вверх. И остаемся здесь, в своем мостике. Колено левое в сторону вращаем. 1, 2, 3,
4, 5. И плавненько, аккуратненько, потихонечку на контроле возвращаемся в положение лежа. На крайний случай я этого не сказала, но думаю, что вы сами догадались, можно было левой ногой себе помочь снять ее с бедра. И здесь компенсируем прогиб, подтягиваем конструкцию из ног груди, левую голень груди, расслабляем шею, расслабляем заднюю поверхность тела, растягиваем левую ягодицу, левое бедро. Несколько спокойных дыханий, заодно это такое приятное достаточно упражнение является подводящей позой к экопадаше в шасане, к ноге за головой, которую мы сейчас сделаем с вами. Ну, попробуем, по крайней мере. Еще 2, 3, 4, 5. Хорошо. Отпускаем правую голень, колено. Берем двумя руками левую ногу за стопу. Поднимаем голову и подтягиваем лоб к стопе, стопу к лбу. То есть у нас движение идет и корпусом, и мышцы пресса сокращаются, и мы помогаем себе руками. Ногу здесь достаточно сложно держать, да, вот активное подведение, но это тоже должно присутствовать. То есть все тело включено в выполнение упражнений. Достали, долба, отлично. Не достали, тянемся здесь, остаемся на этой точке. Достали, пробуем что-то посложнее, стопу к уху. Достали, хорошо, не достали, тянем. Если достали, есть повод идти дальше. Дальше только за голову. И не подныриваем головой под ногу, а голова на месте, мы ногу обводим вокруг шеи. Здесь пытаемся освободить лопатку левую, да? Вот, завели ее, начинаем затылком давить на лодыжку, ладошки намасте. Фиксация в позе, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. Плавненько раскручиваемся. Для компенсации коротенькая скрутка, буквально на одно дыхание. Отлично. Бедра к животу, перекат и любой любимый вертикальный баланс. На крайний случай можно подойти к стене и сделать, например, стойку на руках замахом. Или наоборот, спиной к стенке, да, и зайти ногами по стене вот сюда, в стойку на руках. Вы то же самое можете сделать с пинчамайурасаной, со стойкой на предплечьях. Если освоена ширшасана, любой вариант стойки на голове, можно сейчас ее выполнить. На крайний случай, если вы уже устали и не готовы делать вертикальные балансы, и не сегодня вы их хотите осваивать, в этом случае вы можете перейти сразу же к перевернутым позициям, лежа на спине, в стойке на плечах, сарвангасана, халасана, парящий лотос и так далее. Вариантов на самом деле много. И опять же, делаем эти позы, если нет никаких ограничений на сегодня. Мне лично, мне хочется после этой практики завершить ее скорпионом в пинчамайурасане, в стойке на предплечьях. Если вы меня поддержите, сделаете эту же позу, будет круто. На всякий случай можно ее делать ближе к стене и идти ногами по стене в прогибе. Я, наверное, так и покажу, продемонстрирую вам этот вариант. Естественно, стены мы выбираем не как опоры, а именно как дополнительная подстраховка. Не рассчитывайте сильно на стену, она просто предотвратит ваше падение, если что-то пойдет не по плану. Не более того, то есть не нужно целиться, закинуть ноги на стену и там их оставить. Учитесь делать формы любые, сложные самостоятельно, минимум пропсов. То есть пропсы – это любое оборудование, неважно, кирпичи, ремни, все остальное, те же стены – они нам нужны только в том случае, если мы вообще не можем сделать позу вот самостоятельно. Либо с пропсом, либо никак. Вот в этом случае пропс — это наш помощник, это наш товарищ, чтобы мы освоили форму. Как только мы ее освоили, мы начинаем пахать самостоятельно и очень плавно отказываемся от всех оборудований,
не привязываясь к ним ментально, не формируя эту ментальную привязку, стойка у стены, только у стены, и 25 лет я делаю шавшасану только у стены, а в центр зала я падаю. Вот с этим давайте немножко будем работать. Как только вы находите баланс, вы плавно отодвигаетесь от стены. Но сегодня я покажу у стены, просто чтобы показать вам, как можно попробовать делать скорпиона безопасно, ну, условно безопасно, если вы уже делаете выход на предплечье, не рискуя упасть, перевернуться в мостик, да, потому что это достаточно мощный будет переход. Итак, у нас предплечье на полу. Кстати, можно сделать такой же выход, попробовать и из ширшасаны, саламба ширшасаны. Ну, в пинча-майорасане у нас шея пола, голова пола не касается, и шея на самом деле в большей безопасности, чем стойки на голове. Мне в этом плане поза нравится больше, хотя она сложнее, требует больше усилий и подвижности в плечах. Из позы дельфина, который у нас сегодня был, мы выходим в стойку. Вот, можно помочь себе ногами, да, закинуть ноги на стену, пофиксировать ее. Я на самом деле очень близко встала, мне здесь некуда будет прогибаться, поэтому я отодвигаюсь. Тоже, если вы встали, у вас ноги на стене, у вас просто не будет места, чтобы идти в прогиб. Поэтому тоже отодвиньтесь, рассчитайте расстояние на случай, если вы упадете, чтобы стена вас спасла, но в то же время достаточно далеко, чтобы стена вам не мешала. И выходим еще разочек. Вот здесь вот мне уже стена не помешала, получилось выйти в стойку самостоятельно. В классической пинче я должна тянуться ногами вверх, сжимать ягодицы и максимально держать вертикаль. А вот если я пойду в прогиб, я, во-первых, прогибаюсь в шее, направляю внимание вперед, сгибаю ноги в коленях и добавляю прогиб по позвоночнику. И начинаю тянуться стопами к голове. Отлично. Но будем считать это демонстрацией позы, потому что на этот раз я тоже не рассчитала расстояние между стены. Зачем, собственно, мне стена нужна была? Затем, чтобы, если что, давайте третья попытка, встать правильно. Все, практика, все в пользу. Вот, чтобы я могла по стене продвигаться в прогиб, направляя внимание вперед. Надеюсь, идея понятна, да? Поза сложная. И прежде чем вы пойдете осваивать скорпиона, для начала освоите просто вертикальный баланс. Обычную пинча-майорасану без прогибов. Все эти формы банана — это не очень правильная история. То есть сначала мы находим там силу, стабилизацию, вытянутую линию тела, а потом уже все возможные вариации с ногами, завязывание лотосов, переход в карандавасану, переход в скорпиона и так далее. Ну и будем плавненько заканчивать. Сделали вертикальный баланс или не сделали. Ложимся на спину. Завершаем нашу практику саламба сарвангасаной. Стойка на плечах. Ноги вверх, взгляд или кончик носа, или большие пальцы ног. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Ноги за голову. Если есть возможность упереться стопами в стену, это будет очень даже неплохо, потому что можно будет поработать с сопротивлением. Стопами толкаем стенку, руки или на пояснице оставляем, или делаем замок за спиной. И создаем сопротивление. Следите обязательно за шеей. В шее все должно быть хорошо. Один. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Отлично, хорошо. И позвонок за позвонком раскручиваемся. Ноги бабочкой, таз на пол. Толкаем локтями пол.
прогибаемся в грудном отделе, расслабляем шею и буквально 2, 3, 4, 5 дыхания в бахьясане. Хороших, глубоких дыхания. Компенсируем свою шею, грудной отдел после перевернутых сгибаний, после нагрузки на плечи, на шею. Продышите весь объем легких, особенно верхние отделы дыхательных путей. И дальше укладываемся в удобную позу, расслабляем шею, расслабляем руки, плечи. Можно немножечко так пошевелиться, подвигаться, устроиться как можно удобнее. По необходимости берите подушку, плед, маску для сна, подушечку для глаз, которую можно использовать во время шавасаны. В общем, все необходимое. И побудьте в шавасане, успокойте свое дыхание, отпустите контроль за дыханием, отпустите контроль за замками мышечными, бандхи, вся мускулатура тела, кожа, суставы, все тело целиком. Его сейчас необходимо расслабить. Практика у нас сегодня получилась, ну, в общем-то, как и всегда, насыщенная, интересная, достаточно сложная. И я вас благодарю за то, что позанимались со мной. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Рекомендуйте мои занятия своим знакомым, друзьям, тем людям, которым, на ваш взгляд, мои уроки были бы интересны. И до новых встреч! С наступающим вас Новым годом! Я очень постараюсь сделать еще хотя бы один видеоурок перед Новым годом дополнительный, но не буду обещать. Спасибо вам за практику, хорошего вам дня, хороших выходных предстоящих. Намасте!